sisters, Morty. I mean, not that I want to spend the rest of my day looking for another one. Stop, let's go! Grandpa's concern for your safety is bleeding! What in the hell are you saying? They don't have to keep trying to kill us if we join them. They're basically pussies. What's that little bauble you got back there? That's interesting. That is our glowing rock. There are no gods. You know what? Let's get sloppy. Warp mode. I like that. What the hell just happened? Warp mode. New thank you. Привет, друзья, с вами Пьер. Я вот решил не спать, мне через несколько часов ехать в аэропорт, потому что я уезжаю в Киев. И вот я продолжаю эту тему, ребят, для которых, наверное, радостную, да, тему, которая затронула очень большую, очень серьезную тему, которую я давно занимаюсь, да, вот этим вот страхом нашим, как бы перестать существовать. Вот мне кажется, что все вот эти вот книги, о которых мы говорим там святыми, почему нам их завещают? Потому что это книги о категории исследования, которые, к сожалению, мы вообще никак не понимаем, потому что мы просто не изучаем это. Эта категория исследования называется «воображение». И сила нашего воображения, возможности наши воображать, как это делать, должны ли мы это контролировать, влияет ли мое воображение на мое вот это вот реальное существование, и могу ли я продолжать существовать в своем придуманном воображаемом мире, проявившись туда при помощи определенных практик, мы поговорим об этом. Да? То есть, и вопросы, где, если, то есть оно где-то существует, да, где, какого оно объема, есть ли у моего существования, у воображения у моего, есть ли какие-то лимиты, то есть есть ли в моем воображении, я могу так далеко воображать, что там оно все заполнится и перестанется воображать, или там я буду воображать так далеко свое воображение, что оно потом стукнется там о какой-то стеклянный купол, пом, все, дальше, извините, все заполнилось, ваше место и стекло. Может быть, вообще это не мои способности, абсолютно, да. И что мы можем воображать? Вот что мы можем воображать? Оказывается, если мы начнем сами себя изучать, то мы увидим, что мы можем изображать какие-то картинки, да, разные такие, которые я уже воображаю, потому что я просто жду с нетерпением встречи, да, картинки, чувства, я могу вспоминать обнимашки, я могу радоваться, да, и древние вкладывали сюда и идея, понимаете, идея, оказывается, является тоже частью мира, который называется воображение. Картинки, чувства и идеи. И под видимым картинки все-таки здесь еще речь идет все-таки вот об этих ментальных разных образах, да, которые либо математические, либо там какие-нибудь, которые, возможность, вот рассудок, раз возможность этого всем этим управлять. Так вот, если мы можем тогда сказать, подождите, а может быть вот это место, к которому я как бы там периодически подключаюсь, да, называется мое воображение, может быть это как-то там все это взаимосвязано вообще. И прочитав все это, конечно же, мы видим, что, по-видимому, вот о чем идет речь, вот о чем, вот где троица, да, то есть это чувство, которое ты должен, обязан там относиться к своим собственным чувствам, там вот так, вот так, вот так, вот так. Это твои мысли, которые ты в голове там свои ворочаешь свои, да. И это твои идеи. Мне кажется, что не просто идеи, это вот сила воли, которая позволяет тебе получить эту идею. Вот это оно такое все вместе. Вот. И это те самые ипостаси, дорогие друзья мои, это те самые вот это вот тримурти, о которой мы все говорим сейчас.
Потому что если мы отбросимся сейчас назад и начнем смотреть древние греческие трактаты, да, то мы увидим, что три части души описывает Платон, Аристотель, там, Сократ, там, все греки, да, описывают. Они говорят о разумном начале, которое обращено к познаванию полностью сознательной деятельности. Ну, как бы, мы же понимаем это слово «сознательное». Вот. Но в этом бреде мы приблизительно можем понять, ага, речь идет, скорее всего, о рассудке, вот о моем способности создавать картинки внутри моей голове, да, запоминать их, там, там, срисовывать под учительским, там, и речь, может быть, все-таки идет о брахме, да, вот как о разуме. Страстное начало, которое выражается в неисчислимых желаниях человека. И в «Государстве» Платон говорит, что это начало, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод, жажду, его охватывают другие желания, которые могут быть, началом и глупых, неразумных и похотливых поступков, потому что отвечает за удовольствие, удовлетворение. Да? И, скорее всего, и за радость тоже, потому что мне кажется, что вот и радость здесь. Вот, конечно, речь идет об Вишну. Нет, то есть мне так вдруг кажется, да. И яростное начало, стремление к порядку, к справедливости. Помните, мы говорили, что Платон говорил, что люди, неоплатонисты, говорят о том, что человек, который занимается аскетическими практиками, силоволевыми такими практиками, они вдруг начинают обладать способностью чувствовать это чувство, стремление к порядку, но к справедливому миропорядку. Понимаете? И когда человек понимает, что с ним несправедливо обращаются, он теряет, ну, не тут теряет сознание, там не теряет сознание, это же какой-то перевод на... Ну, в общем, понятно, что он теряет голову и готов терпеть и голод, и жажду, и мучения только ради того, чтобы, в общем, достичь справедливости. Понимаете? Вот. Мне кажется, что речь идет вот о Брахме, о Вишне и о Шиве вот именно в этом вот пассаже. Да, и изучение, пристальное наблюдение за своим собственным воображением, за тем, что гуляет у тебя вот в этом месте, вот в чем-то. И есть те самые практики, которые мы сейчас называем религиозными. И на самом же деле, если иметь достаточно, там, дай бог, спасибо большое, там, денег достаточно, да, и заниматься тем, чем ты занимаешься, там, поехать действительно в какие-то пещеры, где просто пипец, что там происходит, да, или там, или там, или там, туда поехать, где очень серьезные, не знаю, как это назвать вообще, то возникает очень простой вопрос, вот это вот картинки, которые появляются у меня, это проекция чего-то. Да, вот смотрите, сейчас вот давайте вместе с вами сядем и придумаем, что, ну там, давайте ежика придумаем. Да, кстати, едет, будет с нами вести передачу про офис. И не ругайте меня, друзья мои, мне хочется создавать, я же создать. Что вот, да, где этот ежик? Вот я его вижу, потому что я его вот создал, или он вдруг, или все, что у меня имеется, это просто экран, да, на котором проецируется то, что я хочу. Да? И учитывая, что у меня, допустим, в моем мозге, в моем там чем-то, я не знаю, внутри меня, как бы нет таких складов, таких хард-драйвов, на которых бы все хранились перчевские там сексуальные фантазии, которые я помню, между прочим, с детства, господи, боже, с там, подросткового возраста. Да? Можно прийти к выводу, ребята, что это идет какое-то кино, то самое кино, о котором там все рассказывают, да, там, об этом фильме. Но именно тогда возникает другой вопрос. Вы понимаете, вопрос, что хорошо, это классно все, но
если это вот мой ум, вот это вот моя там что-то, где я все это вижу, да, всего лишь экран, то вот там за экраном вот этот вот луч света, который вдруг высвечивает мне в голове ежика, он же должен иметь какую-то энергию, да, он должен иметь что-то, чтобы заставляло его работать, то есть нечто, какая-то там что-то, да, так же или нет? То есть, может быть, речь о том, что душа – это не то, что в нас есть, да, это какая-то, может быть, там просто там, ширма, на которой бесконечные показывают, там люди пальцы, кто-то показывает все эти штуки. И где находится эта ширма? Где эта ширма находится? Да? И вот смотрите, какой ответ дают нам древние, которые это изучают. Они говорят, что это происходит в «the mind's eye», в глазе моего ума. Где этот процесс происходит? В каком месте? В глазе моего ума. Вот почему, ребята, мы говорим о третьем, вот почему буддизм, хиндуизм, там, египтяне, мы все говорим о вот этом вот третьем глазе, который мы там какую-то шишковидную там шишкотну там, или там тру-ту-туру-туру-ту. Понимаете? Силы, которые, ну, это потом мы поговорим. Вот же, вот, это же просто лежит на... Почему мы этого все не замечаем и почему мы не говорим об этом, что, ребят, подождите, подождите. Весь третий глаз, это как раз вот это вот описанное... не знаю, там, ширма, спектакль, который проходит вот передо мной, вот в этом моем прекрасном, замечательном театре, который я называю своим воображением, который постоянно я вижу, захотел, оп, оторвался от телевизора или там от телефона, хоп, сел, блин, обратился к этому месту, посмотрел там или создал там то, что ты хочешь. Понимаете? Что же мы пишем-то? Чепуху какую-то вообще. Мы же пишем чепуху там. Этот Уджат, который, по-видимому, в начале любой книги, да, эти уже люди просто нам лепили глаз, которые писали. Это глаз нашего ума, место, где проходят наши воображения. Вот это вот означает, что следующая книга, это будет книга, посвященная работе над твоим воображением. А, хорошо. Ну, это, значит, третий глаз, это мистическая, экзотерическая концепция спекулятивного, невидимого глаза, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Третий глаз относится к воротам, которые, оп, и ведут во внутренние сферы, в пространство высшего сознания. В духовности новой эры третий глаз часто символизирует состояние просветвления и пробуждения мысленных образов, имеющих глубоко личное, духовное или психологическое значение. Третий глаз часто ассоциируется с религиозными видениями, ясновидениями. Умеем наблюдать чакры, ауры и прочие остальные наркотические там вещи какие-то. Понимаете, да? То есть у нас явно осталась какая-то книга там, там да, спасибо, кто ее сохранил нам, он нам чего, понимаете? Но мы не можем ее прочитать нормально, потому что мы относимся к ней как к какой-то категории изучения религия. Что на самом деле не имеет никакого вообще вещи. Смотрите, там глаз Уджат этот. У древних египтян символизировал, значит, царскую силу и золото, и здоровье. Почему глаз какой-то вообще? Вдруг у любой какой-то группы людей может символизировать богатство. То есть, может быть, золотая цепь на дубе том символизирует издревне человеческое богатство, поэтому все и носят там на себе там золото и бриллианты. Хорошее здоровье, как вообще глаз, который ты носишь где-то там на цепочке, символизирует твое здоровье. Конечно же, третий глаз символизирует то, что он символизирует вообще у древних греков. Место, где разворачивается твое воображение. И в таком случае, да, у нас существуют как бы две таких структуры.
это экран, на котором происходят там какие-то картинки, которые ты сам себе заказываешь, да, и твоя врожденная способность это делать, и сам процесс создавания в уме мысленных образов, чувств, идей, понимаешь? В таком случае твоя проекция того, что ты видишь, и есть твоя душа, может быть, да, так может быть, да, я не знаю, еще тут надо нам разбираться. И смотри, ведь еще раз я напоминаю тебе, для того, чтобы создать любое воображение, тебе нужна страсть это сделать, тебе нужно отложить, положить, успокоиться и направить свой взгляд туда. Тебе нужно проявить вот это passion, понимаешь? Страсть для того, чтобы этим заниматься. И как только ты начинаешь этим заниматься, ты становишься создателем того, что ты делаешь. Понимаешь? Почему, скажите мне, ребята, если я не прав тогда, у нас ограниченная память на вообще на числа, языки, там, тра-ля-ля, но моему воображению нет вообще предела никакого. Понимаешь? Я не помню телефонов друзей своих, я помнил там телефонов 10-12 на память, вы понимаете? Сейчас я не помню ни одного, кроме своего собственного Димки, моего соседа. Но я помню все там какие-то эротические свои фантазии, еще там пацанячие какие-то. Где все это хранится? Или мое воображение, вот это вот память хранения, оно и включает, то есть Intel include, то есть память должна где-то, тетрабайт там, это все штуки. Оно отдельно хранится, или это... воображение включает в себя и некую спейс, на которую она там записывается, бесплатно для меня хранится? Все, что ты видишь на этом экране, это проекция твоей души, той самой Тринити. Потому что вот в этом глазе своего ума ты можешь видеть только три вещи. Ты можешь видеть картинки, ты можешь воображать чувства, или ты можешь получать какие-то идеи. Ты создатель своего собственного воображения, ты его создаешь. Понимаешь? Вот в этом глазе от нашего ума. В моем воображении, да, вот в моей способности воображать, нет ограничений. Я создаю свой воображаемый мир по моему образу и моему подобию. Он image, да, by my own image and my likeness. И возникает тогда большой вопрос, который мы потом ответим. Где разница между миром, вот он, который сейчас вокруг меня, и миром, который я создаю, воображаемым миром? Понимаете? Потому что воображаемый. То есть что говорит современная наука о том, что такое вообще наше воображение? Да? Потому что я создаю не виртуальный объект, говорит современная наука, а все, что вокруг меня, это объект виртуальный. Угу. И мы обязательно, ребят, давайте мы это пропустим, это все мы вернемся сюда, когда будем изучать по поводу сущности там, и всего такого прочего. Вот, простите, пожалуйста. Вот, и мне кажется, когда мы говорим о... Вот троица об этой, да, о присутствии неких сил, благодаря чему-то, которым мы можем вдруг то ли чувствовать, то ли захотеть к ним приблизиться, то ли отдалиться к нашим идеям, ощущениям и к нашим картинкам. И Брахма, Вишну и Шива, и троица, да, ипостась. Что такое ипостась? Да, это как бы одна из абсолютных частей Создателя,
который является вот создатель нам непостижим, но мы можем постигать его благодаря его ипостасям. Пожалуйста, ну разве же это не так? То есть все, что нужно для этого начать, это постигать, начать играть в это, начать свое время этому уделять. И мне кажется, в этом лежит там большие ответы на большие вопросы, потому что мы в конце, ребята, дойдем о том, что к чему как бы я веду, потому что я вам спокойно докажу, что созданный ваш не виртуальный объект, виртуальный объект там внутри, это просто все такое все. Они ничем не отличаются друг от друга, за исключением буквально некоторой там чепухи. Ребятки мои, я сегодня еду в Киев, пожелайте мне удачи, а я вас всех люблю, обнимаю и надеюсь, что я не разочарую вас в плане доказательств. Пока. Кто-то человек, кто-то собака, кто-то мем. Кто-то из нас баскет, а кто-то тук-мем. Кто-то в Варкрафте глыба, у кого-то домино рыба, а кто-то рыба. Так всегда было, ибо сансара дала выбор. Ты синица, будь хорошей птицей, может быть, когда-нибудь станешь певицей. Кем же был я? Жизнь прошлой, что натворили? Почему был сослан в эту ипостась? Ответь мне, почему я потерял? Я потерял. Почему я потерял? Ответа нет. Почему я потерял? Я пакет. Почему я пакет? Ответы нет. Когда? Когда ты пакет, дела особо нет. В основном ты наблюдаешь или наблюдаешь, когда ты пакет. Ты можешь прожить тысячу лет, увидеть мир, в котором зла уже нет. Благодаря у них пакет уже недолго так. Я буду пасть. Летай вблизи парка Пушкина. Подбери меня, старушка. Спасибо мне творог и сушь. Я твой пакет. Я твой пакет.